Всем привет! Сегодня у нас на распаковке очередная посылочка с Алиэкспресса. Внутри лежат часы, очень, кстати, такие прикольные. Вот, стоят эти часы $6, ссылочка на них будет в описании к видео. А мы, в свою очередь, давайте уже вскроем эти часы. Так, так вот, вскрываем. Итак, все, в конвертике пусто. Вот они, эти часы. Сразу видим, что продавец положил дополнительную батарейку. Часы кварцевые. Это классно. Интересно, они ходят или нет. Так, сейчас достанем. Часы у нас ходят. Круто. Достал я часы. На мой взгляд, довольно-таки прикольный дизайн у часов. Как в описании к товару написано у продавца, стиль модный, повседневный. Вот, ну, такой более военный, что ли, стиль, либо спортивный. Продавец заявляет, что ремешок у этих часов кожаный. Конечно же, это не кожа, тем не менее, на ощупь он очень приятный, как лайка, такой матовый. Ну, не сказать, что мягкий, но ну, приятный, в общем, довольно. Вот, значит, часы кварцевые, водонепроницаемые. Ну, написано, что ударопрочные, но я, конечно, сомневаюсь. Вот, значит, на часах имеется еще 3 циферблата. Они не работают, это муляж. Вот, но продавец заявляет, что работает на них календарь. Вот здесь вот, если видно, вот здесь вот у нас число. Отодвигаем вот эту вот ручку один раз и меняем дату. Настраиваем дату. Все работает, переключается. А чтобы настроить время, нужно еще отодвинуть. То есть в два этапа вот эта вот ручка отстегивается. Соответственно, верхняя и нижняя, это тоже муляж, они не работают. Продавец предлагает, значит, 4 цветовые гаммы, разный цвет цифр, разный цвет ремешков. Но я заказал такой, более темный. Вы можете посмотреть, по ссылке перейдите, там есть другие цвета. Кстати, часы, которые я заказывал осенью, еще получается 2015 года, до сих пор ходят, хотя они дешевле этих. Давайте сейчас посмотрим, как они смотрятся на руке. Вот так вот часы смотрятся на руке, довольно большой циферблат, еще раз повторюсь, 42 миллиметра, то есть 4,2 сантиметра. Ремешок очень приятный, так не мешает сильно руке, не давит, довольно эластичный. Такая вот двойная застежка здесь. Ну, я вполне доволен часами. Стоимость этих часов около $6. По ссылке в описании вы можете пройти, подробнее посмотреть об этом товаре. Продавец хороший, надежный. Посылка ко мне пришла за 17 дней в Москву. Думаю, на этом будем заканчивать. Если вам это было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до новых встреч!